Всем привет! Вы на канале Мэсса с Машей. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и нужно уже потихоньку подготавливаться к нему. И сегодня мы с Машей делаем подсвечник из воска новогодний, красивый. Да. Для этого подсвечника нам нужны шарики. Их необходимо наполнить холодной водой без воздуха, чтобы они были. Нужны восковые мелки. Воск, баночка от майонеза мы взяли и фольга. Воск необходимо растопить на водяной бане и добавить туда мелко накрошенный восковой карандаш, такого цвета, какого вы хотите. Переливаем воск в нашу емкость. Нужно шарик погрузить в воск. Если вы все-таки набрали воздух в шарик, когда наливали воду, то необходимо, чтобы воск был ниже воды, а то шарик лопнет. Опускаем раз. What? И сразу достаем. Тихо. Опускаем два. Два. Сразу достаем. Опускаем три. Три. Ставим на фольгу, чтобы сформировалось дно у нашего подсвечника. После того, как воск застыл, необходимо проколоть шарик и слить воду. Это, конечно, лучше делать в ванне и пускать маленький фонтанчик. Но мы сделаем это здесь. Да. И вот со стороны. Ай! Наливаем воду нашу. Давай. Лучше делать один и тот же слой, потому что разные слои, где тоньше, где больше, и начинает ломаться. Чтобы выровнять нашу верхушку, необходимо немножко потереть об фольгу. Мы с Машенькой сделали три разных цвета. Синий, оранжевый, зеленый. Зеленый. И теперь мы будем украшать по-новогоднему наши подсвечники. Для этого нам нужна распечатка. Такую мы сделали с новогодними рисунками. Снег, который не тает в баллончике. И клей. Картинки мы вырезали. И осталось их приклеить. Так, Машенька, например, давай начнем с ангела. На. Клей его? На какую? Давай на синенькую. Давай. Что же это приклеил? Тоже. Вот так вот получилось. Теперь наш? Да, наш ангел так получился. Теперь нужно обшикать на него баллончиком. Наши подсвечники готовы. Теперь необходимо, перед тем, как положить туда нашу свечку, нужно насыпать либо рис, либо гречку туда, чтобы вот эта вот железка не проплавила нам наш подсвечник. Насыпаем рис. Ух ты! Красиво. Вот такие, да? Красивые, да, подсвечники у нас с Машей получились новогодние. Очень красиво смотрятся, когда выключаешь свет. Да. Очень красивые. Могу даже поближе. Так, красивые такие. Там паук колячий. Там паук колячий, да? Ой. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока, мяу, мяу. Ай, фонтан. Ну, это, конечно, лучше делать над ванной. И...
Ой, ой! Косяк. Ничего страшного. Сейчас переоденем. Поэтому надо делать в ванной, да, Маша?